Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами Доктор, и это Империон Галактическое Выживание. Продолжаем с вами обучающую кампанию, нам необходимо сделать 15 биотоплива. Собственно, этим сейчас у нас занимаются наши, кто они там, сборщики, комплектовщики, конструкторы портативные, да. Вот, продолжим дальше посмотреть. Я так понимаю, это для того, чтобы меня здесь забрали обратно на корабль. Как минимум с этого начнем. Приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайки. Есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас старайтесь поудобнее. Мы начинаем. Так, что у нас? Кстати, что-то замолчало. Видимо, да, потому что я забрал все. Так, collect the фуил обратно в базу, и надо заправить. Все, понял. Короче, у меня тут полные карманы всего, что только можно. Ракетная установка. Ох, так, ладно, пошлите нам туда. А где мой мотоцикл летающий? Я что-то не понял. Свет, пожалуйста. Прикольно. А, ты простая. Инвентарь полон. Да завязывай ты, инвентарь полон. Так, ладно, давай что-нибудь из инвентаря вот сюда переложим. Давай, вот. Да. Что там у нас? Ракетную установку тоже давай сюда. Так, все. Ну что, началось-то? Не влазит у меня тут ничего. Перегрузился я, ребята. Так, металлические фрагменты. Давайте металлические фрагменты уберем, что ли. Так, все, теперь можно? Блин. Ну как? Еще не можно. Так, ну вот этих мне столько не надо. Да, незачем. Все, можно теперь? Опять не можно. А сколько надо-то? Подожди. Пойдет через 11 минут. Завязывайте мне тут такие страсти рассказывай. Так, все, наверное, теперь можно. Отлично. Теперь давай вот так. Поклали. А теперь давай отсюда все обратно забрали. Так. Все, отлично. Отлично. Так, сюда садимся. Полетели. Так, это типа ферма. Так, подожди. Давай поближе подлетим. Все. Идем. Так. Close point if a wall. И что тут делать-то надо? Так, P. Так, открой девайс. Так, дальше. Так, открыть танк, это бак и... Клик он access. Генератор, вот он, топливный бак. Ага, доступ. Отлично. Так, и сюда теперь давай. Ну, я так понимаю, 15 этих вот. Так. Проверьте новое время заправки. Откройте меню управление P, вкладку главное. Закройте окно. Так, давай, P. Так. И... P. Майн, главное. А, фу ты, господи-то. Оказывается, так. Отлично. Что теперь делаем? Фридж
Growing Plots Food Processor. Проверь статус фермы. Холодильники, растущие участки и кухонный комбайн. Так, смотрим. Про... Так. А где это проверить? А что надо сделать? Нет, ну я проверил. Хорошо. Вау. Что это? Что это значит? А, там типа жарко. Ну, понял. Так, еще раз. Фридж, фуд процессор и growing plots. Фуд процессор, где он у нас? Вот он, фуд процессор, давай. Так, проверил. Выбери контейнеры. Какие? Слева выберите вход холодильника в раскрывающемся списке. У него может быть достаточно ресурсов для изготовления хлеба-бургера. Так, давай слева выберем. Так. Хлеб. Так. И бургера. Что бы это значило? Что сейчас здесь происходит? Тут типа автоматики, ребят. Я понял. Это типа у нас готовая продукция, да? А, это как раз наоборот продукты, а вот готовая продукция, да. Ну, отлично. Отлично, прям прикольно. Ладушки. Ух, тут как все. А, ну это я... А, это я отсюда вот мог зайти, да? Тут типа гардероб. Ух, тут еще мультиинструмент. Маленькая энергосеть. Так, ладно, это мы потом, давайте. Далее, нам необходимо, значит, что сделать? Что он сказал последнее? Вернитесь к конструктору еды. Вернулся, ладно. Так, ну. Без сопливых гололед, ёпрсте. Так, теперь фриджс. Это кто у нас там? Холодильники. Ну я же открывал сейчас только оба холодильника. Холодильник. Ну, есть. Второй холодильник. Так, growing plots. А, огород, огород. Идем сюда. Так. Отлично. Так. Что-то тут сканируем, короче. Подождем. Find repository. Open it. Ищем репозиторий. Вот он. Открыли. Into your toolbar. Росток синего и Алекс росток. Так, росток синего. Что нам дает? Овощи. Время созревания 50 минут. А этот у нас растительный белок. Забрал. В toolbar нам надо его. То бишь вот сюда. Так, и этот нас тоже сюда. Отлично. Так. Нам надо теперь его посадить. Я правильно понял? Так, один есть. А восьмерочка это вот сюда. Ха! Шикардос. Все, будем теперь растить все. Берем мультитул. Что с ним теперь делать? Утилизация, добыча... Так. Идем сюда.
А вот мультиинструмент. Вот этот надо мне взять. Понял. Так, а что у меня тут в карманах-то набито? Надо вытащить что-то из карманов, а то вообще ходить неудобно уже. Так, а там, кстати, что-то на улице, по-моему, кто-то в кого-то стреляет. Так, вот это давай вот это уберем все лишнее. Вот это все, вот оно мне... Зачем, блин, в таком количестве? Вот кто мне скажет? Оружейка, ладно, пусть оно будет. Аварийный паёк, металлические там травяные листья. Ну, как-то где-то так. Окей. Так, полопать надо, полопать, давай. Опа. Еще, еще. Так, на тебе пивка. Ага. Нет, пивка можно было и не долбать. Все, отлично, я наелся. Так, в 90 метрах мне надо передвинуться туда. А что вообще происходит? Такое ощущение, как будто кто-то куда-то стреляет. Так, ладно. Этот сейчас исчез бы уже через 9 минут. Больше беготня с ним, чем развлечение. Честное слово. Итак, ага, мы идем опять сюда. А я там был уже, кстати. И все там собрал. Между прочим. Так, что мне тут надо сделать? Так, открыть логистику F4. Открыли. Так. Ага. Pickup to box. Так. This connect. Так, ну у меня тут все коннекта. Законнекчено. Здесь у меня вот... Ага. Здесь я могу, да, присоединяться ко всем. Так, Т. Что это у нас? Потому что этому инструменту нужна помощь. Поместите ядро в сад. Заяви это. А, в смысле? Сюда ядро надо поставить, что ли? Я не понял. Так, где мне его взять? Опа. А, тут есть ядро. Все, понял. Давай. Так, оружие пока мне некуда вообще как бы тратить, поэтому... Поэтому да. Давайте мы ядро. Ядро в бедро. На, ядро... Девятка. И вот давай на. Правая кнопка мыши или что там нам надо? Пресс Т. Давай, Т. Select U Multitool. 8. Так, Multitool. Хорошо. О, как тут можно много чего. Тут у нас сейчас... Ага, это переместить, понял. Так, это ремонт. Утилизация, модернизация. Ухудшить. Получить блоки. Пай, подожди, не надо. Не ломай. Так. Еще раз. Свет выключи. Батарейки садишь. Значит, что мне тут надо? Правая кнопка мышки. Режим извлечения блоков. Так, потом. Нет, это не оно. Модернизация. Тоже не оно. А что тебе надо? Даже с переводом нифига не получается. А, вот так. И? Верхний угол экрана вокруг радара. Красные кольца подсказки направления. Чем больше элементов внутреннего кольца, тем больше структур можно найти в этом общем направлении. Так. Что-то пойдем искать.
Итак, что нам тут найти-то надо? Ёпрысоте. Да, без перевода, конечно, ребята, то еще удовольствие. Найдите скрытые вещи, используйте красные кольца радара, чтобы найти то, что пытается скрыться. Радар, верхний угол экрана, иди по этому без травы. Область. Так, наблюдай за изменениями в направлениях кольца. Вкопайте, выкопайте и откройте сокровище, где кольцо больше всего. Вот это поворот, ребята, вот это поворот. Так, ладно. А, во. Вот, я нашел. Где-то здесь надо искать, да? И... Так. Утилизация. Че, вот этим идем вниз? Режим добычи давай. Как я потом отсюда выберусь, товарищи? Вроде выбрался. Найди, попробуй. Чё, где копать-то, ё-моё? Вот сюда, наверное. Ну-ка. А-а-а! Ёпрысоте. Всё по... Ничего себе! Расширитель К2. Но мне тут на все не хватает... мощности, я все не унесу. Так, давай вот теперь. Нет. Так, что я там получил опять? Вы можете просто поместить их на желтую панель инструментов, но если вы хотите перенести много, переместите это ядро в этот ящик. А, я же могу, по идее. Подождите. Да, я же могу в карго-контейнер это все перетащить, ребята. И не таскать это с собой. Ха, в натуре. Так, ну это отлично. Так. Растительный модуль. Давай еще раз. Карго-контейнер. Все, забрал. Ну, Т. F4. Чё не так? А-а-а! Теперь Т. Да всё равно не понял я. Что сделать с буквой Т? Вот я не понимаю. Заявить права на контейнер Score. Переключить панель инструментов с помощью Т. Так, заявить права на контейнер. Давай так. Т. Единица. Так. И F4. Раскрывающееся меню, левая сторона, F4. Слева выберите игрок, похороненный технический тайник. Справа сохраните ферму за пределами мира. Вход в холодильник. Так. Так, давайте будем... Будем так, F4. Открыл. Слева. Игрок. Инвентарь. Да? Слева выберите игрок. Похоронен. Технический тайник. А, это вот что за... Так.
Так, справа сохраните ферму за пределами мира. Вход в холодильник. Вход в холодильник. Так, вот, мы его выбрали. Дальше. Переместите удлинитель центрального и солнечный конденсатор в контейнер вашей фермы. А, ну он у меня уже вот здесь же все лежит, ёпарасоте. Так, значит, мне нужен расширитель сюда. Правильно? Солнечный конденсатор. Вот он. Так. Ну. Переместил. Вернитесь на ферму, когда закончите. Или лыжи не едут, или я что-то не понимаю. Не, вообще я все переместил уже. По идее. Так, получить блок. Так. Я просто его раздолбил. А его же можно было переместить, по идее. Угу. Да, по идее, можно было. Ну, да ладно. Теперь уже, что теперь скажешь? Пошли ворачиваться. А вот и я. Дом, милый дом. Так, нажмем F4. Потом чего-то еще надо сделать. Так, новый блок. Ага, нам надо здесь сделать новый блок. Так, получается F4. Вот этот новый блок. Где-то мы там получили же новый блок. Какой только из них? Вот вопрос. Ну, давайте будем посмотреть, что он от нас хотит. Растущие участки. Расширитель центрального процессора. И солнечный конденсатор. Разместите новые блоки. Так, ну окей, это в принципе-то не сложно, я думаю. Давайте мы сейчас это дело сделаем. Так, мне надо... Так, тут же можно вот переключаться же. Вот так вот, смотрите, хрясь. И я прямо отсюда могу вот сюда это положить, дабы нам не таскать все в кармане. А, вот так вот, а что это ты? Ну, в самом-то деле... Так, давай тогда вот так. Два раза одно и то же. Подожди тогда. Здесь в плеера давай. А здесь вот давай вот этот. Так. Жилой модуль. Хрясь. И вот эту штуку. Так, одну только давай. Вот так хрясь. Так, теперь давайте будем размещать. Да, первый это жилой модуль. Давай мы их два штуки поставим. Так, потом... вот это, подожди, еще раз, Т, троечка, вот такую штуку, давайте мы ее разместим куда-нибудь, а она, поди, вот сюда вот вставляется, ну, типа того, ага, ну, подожди, я вот эту-то не вставил штуку, опа, отлично. Что-то запустил, короче, не знаю, что это такое, ребята, вообще, на кой хрен она нужна, без понятия. Так, солнечный конденсатор, центральный процессор, расширитель, open control panel, да, открыл control panel, device list, давай device list. Так, солнечная панель, и показать HUD, смотрим, так, солнечная панель, где она у нас? Солнечная панель, показать HUD. Отлично. Так, и конденсатор, показать HUD. Хорошо. Так, follow marker в новую локацию. Так, двигаемся, значит, да, за следующим маркером. А где он у нас? Вот вопрос. Thank you.
Так, и куда это? А, вот сюда, что ли? И чё? Чё сделать-то надо? Я пришел. Нажать П. Нажал. Так, напрямую выберите его из списка устройств. Полезно, если вы хотите быстро что-то настроить. А, ну то есть, если я непосредственно тут нахожусь, да? Так, хорошо. Так, для начала лучше выключите маркер. Солнечная панель, верхний правый экран. Отключить, показывать на HUD. Иначе оно будет отображаться все время. После этого перейдите на вкладку «Статистика». Так, окей. Солнечная панель, давай мы ее выключим. Так, и потом перейдем на вкладку «Статистика». Хорошо. Далее. А, вот. «Статистика». Вы можете увидеть свою полную статистику мощности в столбце мощности. Ваш топливный дает примерно в 30 раз больше мощности. Закройте окно, когда закончите. Так. Что нам здесь показывает? Энергия топлива 2 генератора. Максимальный 2,5 кВт. Текущий выход 7 кВт. Расход 289 Вт. То есть мы, в принципе, ничего не тратим, по идее. Топливный бак 1, топливо 68, солнце, текущий выход 55 ватт. Сейчас в баках 136. Так, здесь у нас показана информация. Это пипец, ребята, конечно, если тут строить вот этим всем базу, это, блин, пипец. Да, ну лучше всего, конечно, этой базой заниматься с нуля, строить прям с самого нуля, тогда лучше и быстрее разберешься, это однозначно. По-любасу. Ух, ладно, закрываем окно. Так, что? А дальше. Что ты нас еще куда поведешь? Страшный компьютер. CPU Statistics. Select Control Panel. Давай так, контроль панель. Дальше. CPU Statistics. CPU статистика. Вот она. Так, здесь мы показываем статистику нашего центрального процессора. Так, вправо, влево. Че? Давай, так, давай, некогда мне с тобой тут болтать. Вправо, влево, анау-манау, туда-сюда. Чё ты тут вообще показываешь-то мне тут, ну? Ну, ага, так, дальше. А, это он показывает, сколько блоков вообще на самом деле обрабатывает данный CPU. Один кор из 6 возможных. Расширитель центрального процессора 1, отлично, понял. Так, ладно, давай далее, что там следующее? Давай, что там следующее, давай, ну. Все. Я уже хочу двигаться дальше, экшен, давай мне, подавай экшен, так. Ресурс, депозит, find, а, вот сюда мне надо. Опа. А ты на меня не будешь нападать? То у меня есть вот такая вот штука. Да? Ну ладно. Он какой-то бессмертный. Так. Взять сканер. Взял. Бабах. Так. Прометиевые залежи. Так. Опа. Входная дверь. Серьезно? Так. А, это помните первый, который вот мы подходили? Здоровый такой. В виде корабля с лифтом я еще поднимался. Это вот мы походу сюда и при... Нет. Нет, это что-то другое. Так, хорошо. Так. Один момент. Все, можно заходить. F5. Опа. А как, куда? Что дальше-то делать? А, через люк в крыше. Он говорит, зайдите через люк в крыше, а я тут туплю. По-дикому. Ё-моё, сколько, ребята, все-таки всяких этих фишек. Просто капец. Вот напичканная игра-то. Вау, а там, смотрите, сейчас баклан будет. Ох, офигеть.
Ой-ой-ой. А где я-то стою? Так, это через крышу, а я-то где? Так, здесь жилой модуль. Это туалет у нас. Так. Капец. Вот тут сейчас бакланка начнется. Так. Но как бы все ничего, только я не могу понять, где выход. Ага. Банковская карта, бур. Сканер руды. Прикольно. А где я вообще стою? Не могу понять, ребята, где я стою. Так, ну-ка, F5. Нет доступа. Ну, по логике вещей, я вот он. Здесь, рядом. Куда-то ниже, наверное, надо. Или что, непонятно. Давайте вот отъехал я. Это оно? Это же... А, еще ниже надо, ребята, спускаться. Все, я понял. Да, и это, видите, это другой. Все, понял. Мне, короче, надо вот так вот спуститься вниз. Вот. Спуститься вниз. Потом вот так вот пролететь. Пролететь, наверное, сюда. Нет. Это еще как-то ниже надо спуститься. А как ниже-то спускаться? Или я не... А, вот, вот, нашел, ребята, нашел я этот проход, ёперный театр. Вот и я стою. А, так а тут и нету доступа. То есть я сюда и не зайду. Ну, я так понимаю, я получил то, что мне надо было. Я получил бур и я получил компьютер, который нам надо вот сюда напялить, я так подозреваю, нет? Так, мне надо сперва вот так вот сделать, выйти. О, все, теперь. Так, свет. Потом инвентарь. И вот это надо сюда, наверное. Да, и это тоже сюда, вот так вот, рядышком. Вот так, опа. Так, и теперь пошлите. Так, давай. Будем использовать дрон. Так, ну пошлите. Так, что нам надо? Опа, нам добыча нужна. Поехали. А, или даже знаете что? У меня же бур, вот, я же бур взял. Вау. Во, нашел. Так, я думаю, нам надо вот это дело все-таки перекинуть. А, я далеко. Я не смогу перекинуть. Все. Что-то там куда-то шут им надо сделать. Так, тройка.
Опа. Есть. Так, идемте его теперь залутаем. Прикольно. Так я его мочканул, получается. О, тебя мне еще тут не хватает. Етить, колотить. Отстань от меня. Капец. А вы куда делись? Ну ладно. Трансформатор, топливная ячейка и патроны. Забрал все. Ху! Да! Я их сделать. Так, а значит что, идем дальше. Зиракс база. 3,5 километра. Так, нам туда надо ехать, скорее всего. Так, а где моя база? Моя база там. Надо, наверное, знаете что? Да, нам еще раз к маркеру. Он приглашает отправиться. Но я думаю, нам надо для начала... Ой, ты зачем выбросил? Для начала надо... А, тут, в принципе, недалеко. Тогда пошли пешком. Так, какую-то дверь мы тут. Что вообще такое? Инопланетная плазма. О, прикольно. Он позеленел. Ой, это нормально? Я его просто тронул. Но я надеюсь, я не позеленел сейчас, как он. Надо посмотреть. Вроде нет. Так, я тут вот. Где? Вот тут я. А, я еще не подбежал. Подождите, я же рядом. Ну, я же прям рядом. Конечно, чего вы мне голову морочите? Вот это вот все надо нам перегрузить, наверное. Не таскать же это все в карманах, в самом-то деле. Вот. Пошли. Так. Так. Нет доступа. С другой стороны дверь, наверное. Так, пошли. Так. Тут тоже нет доступа. Идем сюда. Ага. Короче, что-то ждем. Так, а здесь у нас могут быть сейчас опасные твари, ребята. Давайте-ка мы, наверное, дробовик возьмем в руки. Он тут будет сподручнее в закрытом помещении. Отлично. Так, идем. Что здесь у нас? Вау, боекомплект, все дела. Патроны 30 мм. Довольно приличные патроны, ребята. Так. Тук-тук. Ететь колотить. Опа. О, опа. Ага. Ховер весель. Это вот это, что ли? Что это значит? Не совсем по... F2. Это типа строительный какой-то шляпы, что ли, или что? Дисплей фильтр. Так. Окей. Что это значит? Я ни хрена не понял пока. Так, окей, ребят. Ну, давайте, наверное, на сегодня мы будем завершать. Вот такая вот серия получилась. Больше беготни у нас, собирательства. На самом деле, знаете, я вам скажу такой итог свой. Обучалку мы, конечно, еще не прошли, но и мы ее пройдем.
дойдем, потому что много в обучалке интересного. Вообще, на самом деле, вот если в эти базы разбираться, когда ты их сам строишь, ты быстрее разберешься, чем вот разбираться в то, что они тут понастроили. Но, тем не менее, я вам скажу, очень навороченная, намудренная игра. И в ней надо разбираться, причем очень глубоко вникать. И тут и стройка баз, я так понимаю, и стройка всяких разных устройств и так далее и тому подобное. В общем, будем разбираться пока что. Единственное, сильно меня напрягает вот этот вот перевод, точнее его отсутствие. Приходится постоянно с телефоном, с переводчиком разбираться, что он от меня хочет. Вот, часть получается по наитию, то есть какие-то вещи там хватаешь, где-то куда-то зашел, что-то там сделал, потом понимаешь уже задним числом, что ты сделал и зачем это нужно было. Ну да ладно, на этом на сегодня все. Понравился ролик, ставьте лайки, если что сказать, пишите в комментариях. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик, всем пока, до скорых встреч!